Всем привет, привет, вот солнечная Таля на проводе. Карузо. Печка. Ну да, у нас какой-то такой. Ну здорово, Сень, там только салюты. Здорово. Привет. На здоровье, Карузо, на здоровье. Всем после Нового года, если кто-то еще пьет, всем на здоровье. У нас сегодня суббота, класс, вообще после праздников, когда суббота, воскресенье, вообще мои любимые позиционы. Позиция этих дней праздничных. Мы сейчас должны поехать к Максу забрать Софию, потому что нам надо делать уроки 7 числа, 7, да, Эльси, ты джа энтрата минскула? Си. 7 джа, в этот самый, уже в школу идут, надо уроки доучивать. Сейчас мы заедем. Мне надо посмотреть, если открыт один магазин, купить Сашке обувь. Если магазин открыт, если нет, мы в следующий день купим, да, Саша? Да. Вот, и потом поедем к Максу забирать Софию. Да, Сашуля? Да. Я, кстати, сегодня замоталась, закуталась, оделась. Блин, на улице, в принципе, я так смотрю, не очень холодно, то есть нет ветра. Как вот эти вот последние три дня, ultimate journey, Карло, Рафредо, Ma, sì, ma qui a Pisa si sta bene. Quanti gradi a Pisa? A Pisa ci sono, abbiamo 8 gradi, guarda. 8 градусов сегодня. А в Grosseto quanto era? Meno 4? Meno 4. Meno 4 было в Grosseto, когда мы ездили на Новый год. И там все написали, да, знаете, она скрыт таки, тут и она скрыт таки, ее типа солнечная Италия на проводе, тут и con le шарпы, con le гванты. Говорю, написали девчонки, то я не могу, солнечная Италия на проводе, сидят в шарфах. Говорит, сидят в шарфах, варежка, говорит, это самое, все закутанные, говорит, вообще кошмар, да, было холодно. Ну, во-первых, мы только сели в машину, еще машина разогревалась, это естественно, потому что все же сели и ждали, пока разогреется мотор, а оно все равно же холодно. Еще и утром, хотя это было сколько там. Было бы Скарпамондо? Да, если было там 9 чем-то, то, если аперто, если аперто, если было, ну, аперто, упачи, если вода маленькая, подумай. Говорит, заедем в магазин, я говорю, да, заедем, посмотрим Сашке уги или посмотрим ей сапожки. Ну, я бы уги купила. Тебе нравится уги? Посмотрим, короче, если будет открыто. Ой, мне жарко. Мы с Сашкой сейчас в магазине выбираем обувь. Смотрите, от Микки Мауса красивые. 23 евро, потому что их уценили. Да, 23, по-моему, уценили их. Вот такие вот красивые. Смотри, это трилли, да? Тоже 23 тоже. Вот это вот, смотри. Вот эти красивые, но они не теплые нифига. Угов нету, мы спросили, а вот уги, смотри, здесь нет твоего номера? Ну вот, ага. Нету. Ну пойдем. Опс, переключаемся. Идем мы уже с Сашкой в Карифур, да, Саша? Расстроилась, не купили мы. Выбор огромный, выбор вообще. Бери, не хочу. Не было ее размера, то, что нравилось, размера не было. Сейчас мы идем в Карифурчик. И в Карифурчике у нас какое-то небо, как на дождь. Блин, у меня белье висит. Саша, 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 Матарина. И в Карифуре мы сейчас купим тортик. Да, Саша? Да. Кстати, мы пока-пока. В Карифуре тоже идут эти самые, такие снижки идут, скидки. Что людей тоже полным-полно. Сегодня вот что-то ваша суббота. Людей много. Вот они мы. Пока-пока. Так, выбираем с Сашкой тортики. Сейчас мы выберем какой. Вот Hello Kitty, смотри, какой симпатичный. Блин, вообще, конечно, выбор вообще жесткий. Купила я тортик. Такой вот симпатичный. Такой торт у нас стоит 12-15. Такой торт. Сашки, вот такие вот бамбулоны по 2,45 с кремом. Ну и Карлос, конечно, если Карлос не поест, то Карлос похудеет. Вот Карлос о диета. И все спрашивают, многие спрашивают. Кстати, сегодня только комментарий пришел, говорит, а как Карлос похудел? Да нифига Карлос не похудел. Как по мне, так Карлос вообще только пухнет и пухнет и пухнет. Да, Карлос? Красиво жить не запретишь. Белла вита, манджа кузина, не тропа пер те. Ну. Ви манджі тута тутто? Чпрово. Ой, Сашуля? Но. Кошмар. Це ж ужас так, такими порціями. Звісно, як можна похудіти. Ну я все, я вже точно. Я сьогодні, да, за цілий день ще нічого не з'їла, ось тільки тортик. Зараз йдемо, тортик з чайочком. Я взяла ще бутилку білого вина, моєго любимого. Зараз ми з дядечкою ще вип'ємо бутилочку вина. В машине так прикольно, когда садишься, выдвигается вот такой вот такая вот штучка, да, которая вам дает сама, дает вам сама. Сейчас она должна заехать. Она заедет, да, Карло? Cosa, Maria? Questo equivale dentro da solo? Accentura questa. Ah, sì, sì, c'è l'affarino che te li passa. Me l'ha passata e ora perché non va dietro? E ora va.
ма, ну де взяла? Ничего, что-то назад не... А может, потому что когда должна закрыть, она сейчас раскрыт. А, ты прямо чего где-то? Сейчас. А, си-си, Карло, пена мисо на место. Да. Ага. И она такая, раз, заехала. Алора, Карло, на той макине, кому си кяма? BMW 335 дизель. BMW 335 дизель. Questo è 3000 biturbo diesel. 3000 biturbo, io non so che cos'è, biturbo diesel. Biturbo con due turbine, anziché una. Con tra i 30 ce n'ha uno, questa ce n'ha due. Я не знаю. Con 290 cavalli. 290, 290 cavalli. Это, наверное, не знаю, я что такое. Короче, я одно поняла. Меня уже научили там в комментариях написали, что что двойная, ну, типа две двери в БМВ-шке называются, ну, не в БМВ-шке, наверное, во всех машинах называется купе. И я как блондинка сама додумалась, ну, и сейчас пошучу, но тем не менее, что выходит тогда, когда я кабриолет, это получается как пласкарт. То есть купе, получается, две двери купе, и когда открывается верх, и это, ну, кабриолет, для после меня купе. Пласкарт. Такие вот дела. Quanto abbiamo, quanto hai pagato di macchina? 17 mezzo? Не, 16 mezzo. 16 mezzo. 16 половиной заплатил за машину. In Italia le paghiamo così perché non le compra più nessuno, perché ci pagano tanto bollo, tante tasse, no? Ну, это много за машину надо платить. La macchina in Spagna, questa c'è meno di 26, non la trovi. 25, no? Ну, говорит, 27-25, наверное, будет стоить такая в Испании, потому что они... Потому что мы, у нас здесь стоит меньше, мы, потому что мы платим уже саму боллу. Но я не знаю, как это, вот я не разбираюсь просто в этом. Ну, в общем, короче, получилось так, что кто-то, ну, вот писали в комментариях, что поменял BMW-шку и сел на велосипед. Но я имею в виду, когда М3 поменял. Но дело в том, что он, у него была возможность купить MP3, ну, MP3 для меня. Он меня постоянно за это убивает. Когда я говорю BMW MP3, BMW 3, когда он покупал, он мог сейчас купить, то есть были. Но он говорит, у меня она уже была, как бы что-то новенькое попробовать. В общем, так вот. И тоже спрашивали... Fatto vedere, c'è il cambio al volante. Да, да. И кто-то еще спрашивал, тоже говорит, сын ищет машину, как и что, как и как. Типа, как вы брали? Мы не брали в кредит, так получилось, что когда, кто не знает, у них была авария, ему выплатила, конечно, страховка, большую часть, он добавил свои деньги, которые у него были в банке все. То есть он сразу рассчитался, чтобы не было вот этой вот платежки там ежемесячной, там ежегодной. То есть он как бы машину сразу купил и все. То есть страховка плюс свои деньги. Боже, у меня уже плохо видно. Ладно, переключимся. Так, переключаю сразу. Короче, я у него спросила, что такое боло, потому что хотела у Анжелки спросить, но уже скажу. Значит, он мне объяснил так, что это как ТАСА, получается, как налог, да? Налог каждый год вы платите за то, что машина принадлежит вам. За эту машину он платит штуку 500 каждый год, да, за то, что он его купил, за то, что это его машина. И он сказал точно так же, как вот... Я ему говорю, как сапоги купил, и каждый год плати за то, что ты купил и носишь эти сапоги. А когда, говорит, вот у тебя сапоги уже все, ты их выбрасываешь, ты еще должна, ну, типа, да, ну, не заявление написать, боже, как это, ну, дикие рары, как это. Короче, ты должна еще, как на русском, девочки, подскажите, не предъявить. Ну, короче, предъявить еще, как бы, то, что ты больше эти там, типа, сапоги не носишь. Ну, вот он мне так на примере на сапогах объяснил, потому что я в этих делах не соображаю, ни в этих вот болах на машину, ни в тасах на машину вообще. Да, Карлик? Вот и он и Наталья ура, он ли персона киша ламакина, да ви погарил он ли Анну? Си. Это же болло и супер болло. Квеста макина. Эта машина, говорит, имеет болло и супер... Таса. Таса и супер таса. У нас две таса на машине. Перки дуй, короче. Перки, квеста ча 290 кавалли. А 290 ну, кавалли, ну, 200. Как лошадиных сил, и оно как бы превышает, и поэтому... Супер акванту? Allora, parliamo di kilowatt. Praticamente... Fino a 180 kW paghi solo il bollo. Ah, da superati 180 kW, questa 210 kW. 180 200... платите одну боллу, если идете выше, платите два. Ну, в общем, примерно так. Но я думаю, что нас все равно, кстати, много смотрят девочек, которые живут в Италии. Если прям так что-то ошиблась, у меня там много есть девчонок, которые исправляют. Есть даже такие, которые указывают на недостатки. Вот, поэтому я думаю, что если прям не так
Ну, если прям кому-то вот вообще нужно об этом узнать, прям конкретно, девчонки могут развернуть прям общий комментарий. Но я, в принципе, думаю, что для блондинок я разъяснила кратко. Вот, так что такие вот дела, в общем. Две, я даже не знала, что две тассы он платит на эту машину. Получается, две тассы, una milecinquecento и un tasso, и un'altra? No, questa paga 900 più 500 di Superbollo. А, типа 900 и 150? 900 il bollo. Кошмар. Зачем я забиваю себе этим голову? Оно мне не надо. Сколько там боллов, сколько сил ковали вообще. Я вообще не понимаю, что это. Вообще лошадей сюда вместится столько. Через столько лошадей должна эта машина с места. Ну, я сейчас шучу, конечно. Но, блин, не люблю себе забивать голову тем, чем мне не надо. Приехали мы в наш русский магазин. Вот так он выглядит снаружи. Оп, переключаемся. Так, мы уже дома. Сейчас немножко задела. Так, мы уже дома. Торт назад привезли, вино назад привезли. Софию не забрали, не получилось. В общем, мы приехали, но, ну, короче, мы поняли. Короче, там кое-что случилось. И, в общем, не до нас, короче, было. То есть, и нам было не до них. В общем, быстренько, короче, смотались и уехали. Поедем завтра. Что хочу сказать. Заехали мы в русский магазин. Сейчас быстренько покажу, что мы купили. К сожалению, нету, вот как-то я посмотрела, нету чека. Хотела показать по чеку, сколько стоит русский магазин. Но думаю, что это настолько важно. Кстати, я искала пельмени, как мне написал кто-то из вас в комментариях, что не берите сибирские, возьмите другие. Ой, блин, так холодно до сих пор, вот с улицы только-только зашла. Не было вообще, магазин русский весь очищен, не было селедки, не было пельменей, были только вареники, я говорила, что с капустой, с картошкой мне не понравились. Много чего не было, то есть ребрышек не было копченых. Ну, в общем, покажу, что купили мы. Так, значит, мы покупали хлеб, у нас обошелся рубль 63 евро. Опс, переключаемся. Значит, хлеб вот так вот выглядит. Саша, иди раздевайся, мой руки. Хлеб вот так вот выглядит. Потом я купила, написано, капуста квашеная, хрустящая. Сейчас посмотрим, что это. Я купила вот такой вот салями, написано чесночная. Боже, бедный Карлос. Короче, здесь 400 грамм, но цена не написана. Вот такая вот колбаска, сейчас буду тоже пробовать. Вареники с картошкой, две упаковки. Вот такую вот купила, называется докторская малышка. У меня София полюбляет, но она любит останкинскую. Не знаю, если ей понравится, попробуем. Вот это вот марка «Три поросенка» рекламируется даже у нас по телевизору. Но я имею в виду, у кого-то антенны стоят, да, кто живет в Европе, то вот эта вот марка, как бы, она очень часто рекламируется. Купила хрем столовый. Будем пробовать. Люблю, не так, чтобы это, но все равно как-то взяла. Купила икра кабачковая замоскворецкая. Банку сгущенки. Сгущенка, по-моему, по 2 евро. Сгущенки купили мы Сашке, Софии, вот такие вот шоколадки. Маша и Медведи, как раз Саша смотрит мультик и говорит, мама, это что, русский мультик? Он же у нас идет на итальянском языке. Я говорю, ну а ты как думала? И Карлос набрали вот таких вот, ну, мы уже половину поели, вот таких вот петушков. Помните, в детстве, кто жил в Советском Союзе, такие петушки продавались, по-моему, стоили 15 копеек. Бабушки продавали, они вот накупили, вот осталось два. Здесь они стоят сейчас, на данный момент, 50 чентезимов. И Карлос брал еще вот такую вот бутылку вина, называется... Ой, я без очков не читаю, короче, кому интересно, читайте. Какой-то драгу, по-моему. Ну, в общем, красное вино. Все, по-моему, вот это вот все, что мы скупили. Ну, где-то на 40 евро приблизительно, я думаю, потому что нет пельменей. Она сказала, что и пельмени подвезут, и все остальное подвезут. Я уже воду варю на вареники с картошкой. Боже, лень моя, вперед меня родилась, но тем не менее. Вам огромное-огромное спасибо, девочки и мальчики, за ваши комментарии. Всего самого доброго, самого-самого-самого светлого, чтобы мы были друг другу более добрее и более терпимее. Миру мир, это однозначно миру мир. Всех с Новым годом продолжается еще у кого. Кто умеет гулять, тот гуляет. Кто умеет прощать, тот прощает, да, и в том плане, что типа кому весело, кто хочет быть веселым, тот весел. То есть даже не в зависимости, что закончился Новый год, а новогодние праздники у вас еще идут. Вот. У меня тоже уже на кухне оно более-менее как-то еще чувствуется, а в квартире уже нет, потому что завтра мы начнем уже потихоньку детскую Юрку разбирать, хотя у них 6-го приходит этот вот праздник Бифаны, приходит Баба Яга, и как говорится, пришла Баба Яга, типа все праздники с собой унесла. Вот. И праздники у них на этом уже заканчиваются. Маруська моя, это мама мне говорит. Марина говорит, как видео не снимаешь, у тебя там кошка сидит. Как ты не говоришь, она с одного места переходит на другое. Ладненько, все, на этом точно буду прощаться. Всего самого хорошего, самого-самого доброго. Вам мои поцелуйчики, солнечной, но холодной Италии. Пока-пока.